і нарушення правил Бояринцев получить жовту карточку. Ну, здесь понятно. Никакого иного решения своим таким действием Бояринцев не заслужил. Маминов пробьет штрафной. Ну что, последний шанс у Локомотива в этом матче вырвать победу. Спартаку сейчас стоит вспомнить матч с ЦСКА и не расслабляться ни в коем случае. Маминов, навес, опасно! Да, это гол! И это не просто гол, а для такого матча это гол с большой буквы. Малхас Асатиани, 4-3. Фонта, да, ну тут приведение матча с армейцами для Спартака. Прилетели в мгновение ока на стадион в Черкизове. И, видимо, затмили собой для спартаковцев все происходящее на поле. Продавили, прожали. Ну тут как оценивать эту ситуацию на последних секундах матча? Опять же, Асатиани абсолютно один. Кто, Шишкин против него играл? Кто держал Асатиани? Почему он совершенно один? Хотя прекрасно известно, что Малхас всегда идет на розыгрыш штрафных. Прекрасно выпрыгивает, здорово бьет головой. Ну что, Локомотиву сегодня памятник, безусловно, прямо рядом с тем паровозом, который стоит на входе на стадион, можно ставить за этот поединок.